Всем добрый день! Меня зовут Елена Коваленко, ее зовут Дарина, и я топ-лидер компании BOC и эксперт в области продвижения бизнеса MLM. Сегодня очень важная тема, которая волнует абсолютно каждого новичка и старичка в MLM-бизнесе. Итак, ЛТО. Как объяснить человеку, что ему обязательно нужно делать ЛТО в нашей компании? Итак, первое, что нужно объяснить человеку – суть бизнеса. Очень часто человек, новичок, который приходит в этот бизнес, он не понимает сути. Он думает, что ему нужно что-то купить и что-то продать. Но если ты грамотно объяснишь человеку о том, что суть нашего бизнеса содержится именно в личном потреблении, да, то есть то, что человек должен покупать себе, своим родственникам, друзьям, на подарки, и человек это поймет и осознает, то тогда у него не будет вопросов, зачем же мне делать ЛТО. Нужно также объяснить человеку, что именно благодаря ЛТО каждого партнера и складывается товарооборот компании. И ты будешь получать процент от каждого человека, который пришел в твою команду. Независимо, твой личный человек или он где-то у тебя в глубине и его пригласил другой твой партнер. Поэтому самое первое, грамотно объясни суть бизнеса и плавно перейди на то, что начнем мы именно с ЛТО. Кстати, кто не знает, ЛТО – это личный товарооборот. Это тот товарооборот, который делает человек, который только что пришел в бизнес и продолжает его делать каждый месяц на протяжении всей своей работы в этой компании. Второй момент, почему человеку нужно обязательно сделать ЛТО, это потому что ему нужно попробовать продукцию. Если он не попробует продукцию, особенно не поймет, что наша продукция безопасная, не приносит никаких аллергических реакций, никаких негативных ощущений, запахи, вкус и тактильные ощущения, он не сможет передать эти эмоции другим людям. Поэтому очень важно попробовать самому продукцию. И второй момент, когда ты делаешь свой личный товарооборот в компании, то тебе еще компания дарит очень-очень много подарков. И когда человек получит продукцию, он ее попробует, понюхает, протестирует, то, конечно же, еще и когда получит кучу подарков, у нас обычно дается подарков практически на такую же сумму, которую человек потратил на сам продукт, то, конечно, он получит массу эмоций, которые впоследствии он сможет передавать всем, кто пришел к нему в бизнес. Без этого очень сложно строить бизнес, поверьте. Если компания продуктовая, продукт обязательно нужно полюбить. Только тогда ты можешь людям рассказать о нем грамотно, правильно, и они тоже захотят приобрести этот продукт. Также тебе обязательно нужно помочь новичку сделать первый заказ и рассказать о самых must-have'ах, чтобы ему легче было взять именно то, что ему подходит. Поэтому обязательно смотри вебинары по продукции и пользуйся сам, чтобы грамотно и красиво рассказать об этом своему новичку. Третий момент, о котором обязательно нужно рассказывать человеку, когда вы предлагаете ему сделать ЛТО, это то, что именно в нашей компании ЛТО, сумма ЛТО является идеальной. Действительно, по опросу населения для 80% людей сумма 2950 рублей – это та сумма, на которую он, это минимальная сумма, на которую в месяц он приобретает себе продукции. Но только он ходит, конечно, делает это в какие-то магазины. Поэтому любой человек за один календарный месяц сможет сделать ЛТО 2950 рублей. И просто, опять же, грамотно расскажите человеку, покажите наши видео из школы, как это нужно сделать. И четвертый момент, который я рекомендую принять как очень хороший инструмент. Учись сам делать ЛТО более 100 баллов. Поставь себе задачу делать минимум 300 баллов
в месяц. На самом деле это кажется, что это большая сумма. Но если ты посмотришь наши видео, если ты разберешься с этим, то ты поймешь, что это действительно реально. И если ты будешь увеличивать свой товарооборот, например, до 300 баллов, научишь это делать людей, то твоя команда будет расти в 3 раза больше, твои доходы будут расти в 3 раза быстрее, и также будет с доходами твоей команды. То есть твой путь к лидерству будет в 3 раза быстрее. Учись сам и помни, что твои люди тебя дублицируют. Итак, проработай, пожалуйста, сегодня эту тему, тему ЛТО. Научись делать сам хорошее ЛТО, учи этому своих людей, потому что за счет этого и создается товарооборот компании, соответственно, и твой заработок. И ты очень быстро станешь лидером с большой буквы и научишь этому своих людей. С тобой была Елена Коваленко. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Нажимай на колокольчик, чтобы побыстрее увидеть мое следующее видео. И пиши свои комментарии к этому видео. Я с удовольствием на все отвечу. Итак, с тобой была Лена и Дарина. Пока-пока.